снова вышли вперед. Счет стал 3-2. 3-2 и полминуты до конца периода. Посмотрите еще раз, как это было. Вот прострел, бросок. Да, блестящая комбинация. Гости всей команды бросаются вперед. Вот они входят в зону хозяев поля. Бросок, еще бросок, шайба будет в среднюю зону. Но тут ее прижимают к борту. Свисток, бросание. Как хочется гостям отыграться. Отыграться в этом втором периоде. Но финальный свисток, возвещающий конец второго периода. И игра остановлена. Итак, при счете 3-2 команды уходят на отдых. Отдохните вы, товарищи зрители. Ваша продукция. Да. Водород, кислород, углерод, фосфор, кальций, азот. Сравнительно просто обратить нормального человека в коллекцию химических элементов. Вы не возражаете? Нет. Вот судьба наших фильмов. Да. Квантовая физика как приложение к хоккею. Зато какая аудитория? Ведь этот ваш фильм смотрят сейчас миллионы людей. Да, и вы в том числе. А что, действительно есть такой фильм? Какой? Ну, вот о квантовой механике. Не знаю. Дело не в этом. Сегодня нет, завтра будет. Надеюсь, не вам его придется делать. А почему бы и нет? Вы храбрая женщина. Я это сразу заметил. Не советую, ничего не получится. Почему? Очень сложно? А разве о сложном нельзя рассказать понятно? Мне нет. Рассказать, допустим, можно. Не всем, конечно. Но кино должно ведь главным образом показывать, верно? Изображать. Кино должно изображать. О, изображать. А в атомной механике ничего нельзя изобразить. Почему? Потому что ничего нельзя увидеть. А это ж, простите, неверно. Если атом нельзя увидеть, я могу его себе представить. А представив, изобразить. Да. Но атом нельзя себе представить. И уж тем более изобразить. Но тут уж позвольте с вами не согласиться. Это уж, извините, по нашей части. Человеческой фантазии доступно все. Если у вас есть воображение, вы можете представить себе все, что угодно. Кроме того, что представить себе невозможно. Атомы, электроны, протоны. Словом, всего, чем занимается квантовая механика. Был такой великий физик Резерфорд. Может быть, слышали? Приходилось. Так вот, однажды он сказал своим ученикам: «Теперь я знаю, как выглядит атом». Он именно так и сказал: «Выглядит». И нарисовал. В центре положительно заряженное ядро, а вокруг отрицательно заряженные электроны. Было такое? Было. Значит, все-таки можно показать, как выглядит атом? Нет. Дело в том, что ваш атом не смог бы прожить и доли секунды. Почему? Простите за примитивный вопрос. Как взаимодействуют разноименные электрические заряды? Притягиваются. Ну, притягиваются. Это мы еще в школе проходили. Ведь они притягиваются. Стало быть, в вашем атоме отрицательные электроны должны притянуться к положительному ядру и упасть на него. Верно? Нет, неверно. Почему? Потому что электроны движутся. Они вращаются вокруг ядра, как планета вокруг Солнца. Планета ведь не падает на Солнце. Да, но планеты электрически нейтральны. А электрон обладает электрическим зарядом. Ну и что? А то, что по классической теории заряженные частицы, вращаясь по орбитам, должны излучать свет, то есть терять энергию. Значит, опять-таки падает на ядро. Да, это мы уже не проходили. Ну что ж, попробуем начать сначала. Мир состоит из атомов. Это верно. Как дважды два. Атом состоит из ядра электронов. Совершенно верно. Ядро заряжено положительно. Да. А электроны отрицательно. Да. И они должны притягиваться. Ну куда же им деваться? Все это проверено и доказано. Да, доказано точными экспериментами. Стало быть, если электроны неподвижны, ядро их немедленно притягивает, и атом разрушается, так? Конечно. Значит, чтобы атом сохранился, электроны непременно должны двигаться, то есть вращаться вокруг ядра. Совершенно верно. Но вращаясь таким образом, они, по-вашему, должны излучать свет? Да.
То есть терять энергию? Да. То есть все-таки падать на ядро? Здесь мы уже были. Ну как, начнем сначала? Если рассуждение приводит к абсурду, значит, где-то скрыта ошибка. Правильно, именно так подумали физики. И что же, они нашли ошибку? Да, ошибалась классическая теория. Она считала излучение непрерывным. Оно оказалось прерывистым. Совершенно верно. Это сразу меняет дело. О, да. И гораздо больше, чем хотелось бы физикам. Им хотелось понять, почему электроны не падают на ядро. Они это поняли? Да. Ну и как же в этом случае выглядит атом? Никак. Атом в этом случае не выглядит. Он лишается облика. Мы должны ему поверить на слово? Ну, это уж как вам будет угодно. Я предпочла бы получить доказательства. Фу, вы еще и упрямая женщина. Скажем, лучше любознательная. Итак, излучение оказалось прерывистым. Да. Оказалось, что атомы поглощают энергию, а затем излучают ее только определенными дозами. Квантами. Совершенно верно, квантами. А квант энергии – это нечто неделимое. То есть на меньшие дозы он уже не мельчится. Ну что ж, пока все понятно. То есть проще простого. Вы, вероятно, уже поняли, почему электрон не падает на ядро. Конечно. Природа им не велит. Совершенно верно. А это прекрасно сказано. Теория велит, а природа запрещает. И именно так рассуждал и Нильс Бор. Простите, кто рассуждал? Нильс Бор, великий датский физик. А, ну и что же мы с ним решили? Решили довериться природе. Бор предположил, что если электрон не падает на ядро, значит, в атоме должны быть такие орбиты, по которым электрон движется, не излучая свет и не теряя энергии. А другие орбиты? А других орбит нет. Есть только разрешенные. Остальные запрещены природой. А как же излучение? Ведь атомы все-таки излучают свет. Конечно. Но только квантами. То есть скачками. И только в те моменты, когда электроны переходят с верхних орбит на нижние. И есть последняя орбита, с которой электрон уже упасть не может. Совершенно верно. Вы все поняли. Прекрасно. А теперь посмотрим, как устроен атом. Наглядно, шариками. Непременно. Нельзя. Они уже обречены. Кто? Шарики. Вы разве не заметили? Хотя, между прочим, Бор тоже не сразу увидел. Ну вот, значит, это тонкости, ими можно пренебречь. Зато как наглядно все получается. Допустим, атом только что поглотил какое-то количество энергии. И эта энергия подняла наш электрон на самую верхнюю орбиту. И вот по верхней орбите нашего атома катится шарик, изображающий электрон. Он находится на разрешенной орбите и поэтому движется, не теряя энергии. Да, но остаться в таком состоянии атом не может. Он стремится к устойчивости и должен лишнюю энергию излучить. Пожалуйста. Шарик, падая, излучает квант света и оказывается на соседней орбите. Потом опять квант света и следующие орбиты. И так прыжками до конца. И вот электрон на самой нижней орбите. Дальше падать ему запрещено. Больше нет орбиты, нет избыточной энергии. И шарик катится по орбите до тех пор, пока новая порция энергии снова не поднимет его вверх. Здорово. Вот что значит воображение. Я даже кое-что понял. Честное слово, понял. Ну, конечно. Природа ведь устроена просто. Можно мне вам задать один вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а что происходит с вашим шариком, когда он находится между орбит? Ничего особенного, он просто падает. Просто падает. Но ведь падение – это процесс, то есть нечто непрерывное, верно? Ну, допустим. Что значит «допустим»? Вы что, знаете другой способ падения? Нет, конечно. Значит, в промежутках между орбитами ваш электрон терял энергию непрерывно? Выходит так. А где же тогда неделимый квант? Вы понимаете, квантовые скачки лишены протяженности. Есть начало скачка и конец. И никакой середины. То есть как никакой середины? А вот скажем так. У вас есть ток неразменные рубли. И тратить их постепенно вы не можете. Ток сразу. Вот был рубль и нет рубля. И никаких полтинник. А, ну вот это другое дело. Это понятно.
В общем, вы хотите сказать, что между орбитами электрон находиться не может? Именно. Никогда? Даже во время падения? Конечно. То есть, скажем, электрон был на шестой орбите, а оказался на пятой, а между ними он не был? Да. Да, это действительно похоже на бред. Это невозможно представить. Правильно. Я вам об этом и говорил. А может, не атомы так странно устроены, а головы физиков? Прекрасная мысль. А вы думаете, физики легко примирились с квантами? Вот, послушайте. Физика снова зашла в тупик. Я предпочел бы стать комиком в кино или тем-нибудь в этом роде и не слышать ничего о физике. Это сказал известный физик-теоретик Вольфганг Паули. Я, как страус, прячу голову в песок относительности, чтобы не глядеть в лицо гадким квантам. Это написал Альберт Эйнштейн. Если мы собираемся сохранить эти проклятые квантовые скачки, то я жалею, что вообще имел дело с квантовой теорией. Это сказал Эрвин Шредингер. А он не просто имел дело с квантовой теорией. Он один из тех, кто ее создавал. А что сказал Бор? Бор? Бор сказал, есть вещи настолько серьезные, что о них можно говорить только шутя. И все-таки эти проклятые кванты пришлось сохранить? Пришлось. Зачем? Затем, что их невозможно отвергнуть. Но почему? Потому что только они объясняют явления, которые мы постоянно наблюдаем, и никак иначе объяснить не можем. Какие, например? Вы когда-нибудь видели атомные спектры? Да, конечно. Если вы помните, спектр любого элемента выглядит так. Тонкая светлая линия, а за ней чернота. Потом снова светлая линия, и опять чернота. И так далее. Что это, по-вашему, значит? Ну, это понятно. Светлая линия – там, где электрон отдает энергию, то есть излучает свет. А чернота – излучения нет. Правильно. А где же падение? Его нет. Есть полный свет или полная темнота, и между ними никаких переходов. И тут же ничего не поделаешь. Потому что это не физики выдумали, это природа устроила. Все, надо сдаваться. Зачем? Вам нужно падение без падения? Пожалуйста. Вот шарик на верхней орбите. Раз. И вот он на нижней. Начало скачка и конец. И никакого падения. А? Вот что значит кино. Есть вопросы? Есть. Скажите, пожалуйста, почему ваш электрон упал именно в этой точке орбиты? А где он, по-вашему, должен упасть? Не знаю. И никто не знает. Так. Опять пошла мистика. Точка падения тела – это ведь конец траектории. То есть конечная точка пути. Верно? Конечно. Но ведь в нашем случае пути не было. Не было. А если траектории не было, то где ее конечная точка? Если траектория неизвестна... Простите, здесь надо быть точным. Она не то, что неизвестна. Ее просто нет, понимаете? Траектории нет, не существует в природе. Но мы же с вами только что доказали. Ну что ж, точку падения можно ведь рассчитать. Каким образом, простите? Если известна начальная точка и скорость... Если есть начальная точка и скорость, то есть и траектория. Ей туда просто некуда деваться. А траектории нет. Ну и что же? Значит, нет либо скорости, либо точки. То есть что-то из двух нам неизвестно? Нет. Мы тут совсем ни при чем. Просто чего-нибудь действительно нет. Да рассуждались. Электрон как-то движется? Движется. Значит, у него есть скорость? Есть. Перед падением он где-то находится? Находится. Значит, есть начальная точка? Есть. Так о чем же мы спорим? Вместе нет, понимаете? Раздельно есть и то, и другое. А вместе нет. Иначе непременно должна быть траектория. А ее ведь нет. Но орбиты — это ведь тоже траектория. Конечно. А как же они образованы? Орбит тоже нет. Так я и думал. Вообще ничего нет. Так устроен микромир. Его невозможно вообразить. Его можно понять, осмыслить, только оперируя языком математики. То есть простым смертным это недоступно? Ничего не поделаешь. И этот бредовый мир действительно существует? Он совсем не бредовый. Странный, да, но не бредовый. Бредовый мир, извините, изобразили вы. Я? Напомните, пожалуйста. Вот шарик на верхней орбите. Раз, и вот он на нижней.
И никакого падения. Было такое? Было, ну и что? Вот это действительно бред. В это никто не поверит и правильно сделает. Позвольте, это уже не по правилам. Вы же сами так говорили. Я говорил электрон, а не шарик. Потому что шарик не может себя так вести. Он не может быть одновременно и здесь, и там. А электрон может? Может. Может быть одновременно и здесь, и там? Да. Потому что он не просто очень маленький шарик. Вернее, именно потому, что он так непостижимо мал, он уже не только частица материи. Но еще и волна. Ну вот, вы же за все знаете. Я действительно кое-что слышала об этом, но как-то не вникла. Именно. И потому не удивились. А Бор недаром сказал, у кого от квантовой теории не закружилась голова, тот мне ничего не понял. У меня уже закружилась. Я все понял. Половина десятого. Начинается третий период. На самом интересном месте. Ничего, продолжим завтра. Продолжим завтра. Вот вам и конец фильма. А где же начало? Там, где вы сказали, ничего не получится. А вы считаете, что получилось? А разве нет? Не обольщайтесь. Мы остановились там, где квантовая механика только начинается. Понимаю, не хватило времени. Но в принципе... Сомневаюсь. В принципе, сделайте лучше научный фильм о хоккее. Все-таки шайба — это шайба.